запрограммировали робота на то, чтобы он должен подъехать вот к фильтру, задвинуть вот этот рычаг, и назад он не должен будет выдвинуться. Наши учителя вместе с детьми все это учатся, ну, создают сами программу, высчитывают, что-то получается, что-то не получается. Как ни странно, но получилось, программированием у нас больше занимаются девочки. Сегодня вы их не увидели, потому что девочки заняты везде, они побежали на танцы.